Всем большой привет, меня зовут Наташа Гром, это второй выпуск на моем канале. Я вот все-таки решила начать плотно более снимать и рассказывать вам о какой-то интересной жизни. И также хотелось бы сказать всем большое спасибо за просмотр, кто посмотрел первое видео, очень приятно, что вы так стартанули мощно и так прям круто. На самом деле, вот что я и мои друзья очень долгое время не могли поверить, что, ну, старт у канала прошел прям очень хорошо. О чем вообще хотелось бы рассказывать на своем канале? Я вам сейчас расскажу. Рассказала, конечно, как я, даже не знаю. Этот канал я снимаю параллельно своему проекту, который делает новый ресурс в интернете. И не могу пока говорить, что это будет за продукт, который появится в этом году, в 2015. В ваших интернетах, так если можно сказать. Но фишка в том, что параллельно этому у меня есть очень много, большое количество мероприятий, на которые я могу ходить, про которые я могу рассказывать. Соответственно, этот блог я хотела посвятить именно этому, то есть рассказывать о том, что есть в городе, снимать, встречаться с какими-то известными людьми, брать у них интервью, возможно, даже это будут и блогеры ваши любимые, которым вы уже давно привыкли, и которые у вас уже на экранах ваших мониторов. Но также я бы хотела, несмотря на это, снять пару тегов, чтобы каким-то образом рассказать о себе через них, через эти видео, если так можно выразиться. А тег знакомства я уже сделаю отдельно, чтобы вы понимали, как бы, кто я и кто вам об этом всем рассказывает. Вот таким образом мы простроим с вами эти видео. Я очень уверена в то, что канал будет развиваться и то, что это будет интересно смотреть. А пока что мне хотелось бы рассказать о прошедшем стрит-челлендже, который был и в котором я участвовала, и поездка в Сергиев Посад, то есть такой мини-влог получится. Итак, мне хотелось бы рассказать, что такое стрит-челлендж, чтобы вы более-менее это поняли. Это такая игра, которая проводится на машинах в городе. Вы приезжаете на определенную точку, место сбора, вам выдается задание. Задание — это легенда, которую вы должны как-то расшифровать, вот так вот скажем. И, соответственно, найти какую-то точку и приехать на эту точку как можно первыми. Там вас будет ожидать либо еще одно задание, либо вы должны сфотографироваться с каким-либо объектом, неважно, что это будет, здание, дерево или что-то еще в таком роде. То есть вы фоткаетесь, потом отправляете на сайт, куда вам выдается логин и пароль, а потом вы должны, грубо говоря, вы должны быть первыми во всем. Всем привет! Я сейчас нахожусь в городе Сергиев Посад. Вот, приехали мы сюда просто погостить немного и позаниматься всякими там делами прикольными. Сразу хочу сказать, простите за фронтальную камеру, потому что качество ужасное, я это прекрасно понимаю. Я, конечно, постараюсь что-нибудь исправить в следующих видео, но пока снимаю вот на эту вот штучку. Поэтому получается такой квадратик. Да, вот такой квадратик получается. Ну, а сегодня пятница 13-е. Я, если честно, даже не знаю, когда смогу выложить это видео. Видео, которое выложено на этом канале, оно собрало очень много, на самом деле, просмотров. И я не ожидала, что такое количество просмотров будет вот с этого одного видоса. Но это прикольно. 15 тысяч на данный момент. Сколько будет потом, я даже не могу представить. Вот. Я очень надеюсь, что люди из старого канала, которые смотрели, они перейдут в новый канал вот этот вот. Я вам сейчас еще хочу показать ночной город. Я считаю, что он очень красивый. Если вам лень, то лайк не ставьте, в принципе, это все равно. Ну и мы встретимся еще в следующем видео. С вами была Наташа Гром. Всем пока!